Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Андрій Вадатурський, народний депутат України, представник фракції «Блок Петра Порошенка». Добрий вечір. Вітаю. Итак, Андрей Алексеевич, собственно, после новогодних и рождественских праздников заработала Верховная Рада, и буквально то, что называется, с первых дней работы Верховной Рады, ну, скажем так, в парламенте, в стенах парламента развернулись бои в рамках истории, которая раньше в средствах массовой информации получила такие заголовки «Битва за реку». Вы, собственно, активный участник всей этой дискуссии, некие решения проголосованы Верховной Радой. Что проголосовано, как теперь будет работать внутренний водный транспорт Украины и почему это важно для николаевцев вообще? Да, что проголосовано? Один законопроект проголосован, второй провален, а третий, я так думаю, что понимая риски и оценку того, что произойдет в зале, и понимание, что нет поддержки, третий законопроект был просто передвинут на следующую сессию. На самом деле это действительно это такая вот схватка за то, что на самом деле еще вот не освоено и не поделено в Украине. Да? Вот сейчас, благодаря Нибулону и о том, что Нибулон осваивает Днепр, вкладывает деньги, строит корабли, строит элеваторы, некоторые люди просто обратили внимание на то, что вот осталось еще, вот, скажем, не подконтрольно. Поэтому предложили ряд решений. На самом деле можно в целом, тут история тянется уже достаточно давно, это законопроекты, которые крутятся порядка 2 лет, и начиналась работа при предыдущем министре инфраструктуры. И сейчас вот как раз вот идет поддержка так званых реформ в морехозяйственном комплексе. Смотрите, давайте вот поэтапно я попробую вот объяснить, потому что политика — это такая штука, очень сложно вот нарисовать комплексную картину, и вот эти вот законопроекты, они являются такими вот мазками, вот, и, которые позволят в целом оценить ситуацию. Вот, я прошу прощения, тут ведь еще и даже другая история. Вот мы, николаевцы, украинцы вообще узнают новости, ну, буквально там одной строкой, заголовками, как правило, особенно вот в средствах массовой, в интернете, да, читаем заголовки. И очень часто это все проходит так мимо нас, где-то, может, там откладывается в памяти. И только потом, просыпаясь однажды утром, мы понимаем, что мы стали беднее, там у нас нет медицины, у нас сложности с образованием и так дальше. То есть вот что в заголовках? Почему не работает, почему никто не делает? На самом деле достаточно простые вещи нужно сделать, но это никому не нужно. И вот я смотрю, сколько мы боремся, рассказываем о мизерных деньгах, которые нужно вложить в этот сектор экономики для того, чтобы заработал целый пласт. Это, и тем более Николаев бы один из первых бы получил бы толчок. Почему? Потому что у нас 3 судостроительных завода, которые ну, абсолютно простаивают и не загружены. Давайте так, вот начнем. Министерство — это на самом деле такой вот зонтик людей, которые сегодня, к сожалению, вот занимаются только вот пиаром, которые занимаются только письмами в Фейсбуке, статьи, и вроде бы как ни на что и не влияет, вроде бы на что-то и влияет. То есть такая вот структура, я в целом считаю, что ее нужно просто упразднить. Объясню почему. Вот за что отвечает 4 направления. Это Укрзалезница, кстати, вот на прошлой неделе, вот успешно, я считаю, она перешла просто от контроля одних людей под кабинет министра Украины. Это еще раз подтверждение о бездарной менеджменте, ну, наверное, очень потенциального направления. У нас никто не занимался нормально, не вкладывали деньги в Укрзалезницу. Это перевозки, это транзитные грузы, это портовая индустрия. Смотрите, на самом деле все связано. Дороги, морпорты, да, потому что какой бы причал ни был золотой, да, если не будет подвоза груза дорогами, либо Укрзалезницей, либо речкой, то порт будет стоять. Ну, другого ничего не придумали. Поэтому Укрзалезница сегодня из-за того, что провалены реформы, переходит под Министерство экономики, в целом под управление Кабинета министра Украины.
Это первая оценка министра экономики, министра инфраструктуры. Почему? Потому что я такого года по Укрзалезнице не помню, чтобы у нас осталась продукция, огромная продукция на полях. То есть не смогли убрать из-за того, что не смогли вывести продукцию с элеваторов. Я прошу прощения, насколько оправданная была информация, проходила, что просто вагонов не хватает, потому что вагоны сданы в аренду. В аренду в другие государства. Совершенно верно. То есть люди, которые на самом деле наварились раз, отдавая там за бесценок эти вагоны. Второе, на самом деле весь парк, старый парк еще, который был построен в Советском Союзе, который не обновлялся, он был поделен между несколькими структурами, которые в принципе, просто получая за бесценок, отдая в частные руки, оказывая вот услуги, но при этом зарабатывали там достаточно серьезные деньги. Тот, который контролирует это, тот зарабатывает. Вот сегодня бизнес, да, на государственных активах, которые никому не нужны оказались. Вот. Поэтому такого провала я, честно говоря, не помню. Это делается при таком кивке министра инфраструктуры. С одной стороны, мы привлекаем эксперта, которому платим, вдумайтесь, 900 тысяч гривен, поляк, да, который должен якобы навести порядок, и мы в Укрзалезнице, да, балчим. Вот. И потом, когда ты общаешься с министром, он говорит, да, я недоволен им. Да, ну и что? Ну вот он поработает на сумасшедшую заработную плату, вот он потом уедет, а все равно вот бизнес-интересы, которые контролируют это министерство, они при этом заработают, и все как было, так и осталось. Вот такие вот схемы. Это в одном направлении. Второе направление. Это морехозяйственный комплекс, это администрация морских портов Украины, с которой мы якобы видим, что министр инфраструктуры борется. Почему нам это интересно? Потому что у нас есть порт. У нас есть один из самых больших портов в Украине, да, Николаевский, который развивается. У нас также есть администрация морских портов Украины в Николаеве, которая в принципе создавалась еще при той якобы злочинной Владе Януковича для того, чтобы контролировать это все, дерибанить вот, и управлять. Что изменилось? Ничего не изменилось. Вот смотрите, вот утвержден план развития, вот, для чего это делается? Ну, якобы для эффективного использования государственных мощностей, то есть причал. Звитуется, с одной стороны, вот показатели вот улучшились. За счет чего? Да за счет того, что операторы, которым сдана эта варианта, они просто больше груза перевалили. Раз. Второе, это девальвация гривны, да, потому что в основном доходы в долларах, перевод в гривну, все нормально. С другой стороны, никаких реконструкций не было проведено, никакого дноуглубления не было проведено, ничего не было сделано, ни капремонта, ни новых инвестиций не было сделано. Куда были потрачены деньги? Вдумайтесь, только за один квартал вместо плана там порядка 22 миллионов потрачено 27 миллионов за четвертый квартал. То есть, грубо говоря, администрация получает, вот просто проедает больше 100 миллионов гривен в год. То есть те деньги, которые получает Украина от того, что к нам заходит судно, которое вывозит груз, сырье с Николаева, вот, и которое, кстати, вот у нас самые дорогие порты в мире. Да, я смотрел просто учет. Украина на первом месте, ну, грубо говоря, судно, которое заходит в Южный, оно должно заплатить 300 тысяч долларов только за один заход, за погрузку. Следующий дорогой порт – это Австралия, 150 тысяч. То есть уже ровно в два раза. Я смотрел также в Китае и в Индии, суднозаход стоит порядка 30-40 тысяч, то есть 7-10 раз дешевле. Понимаете, это мы говорим о развитии инфраструктуры, мы говорим за то, чтобы Украина стала транзитом. То есть мы собираем больше всех в мире и ничего не делаем и проедаем. То есть мы создаем якобы рабочие места тех чиновников, которые просто вот приходят, получают зарплату и проедают деньги. И с этим борется министр, якобы борется, да, но ничего не происходит. С другой стороны, критикуя эту структуру, вот предлагается реформа создания такой же администрации, только на речках. То есть мы говорим, вот здесь все хорошо работает, поэтому мы распространяем хороший опыт на внутренние воды, да, потому что, и знаете, приводятся те цифры, с которыми Нибулон
уже, ну, рассказывает об этом уже порядка 8 лет. То есть сколько было груза перевезено в 90-х годах? 60 миллионов тонн. Сколько сейчас перевозится? 5 миллионов тонн. Сколько нужно денег для того, чтобы потратить на эти, ну, там, на улучшение инфраструктуры на реке? 100 миллионов гривен. Всего-навсего. А сколько денег тратится на дороги? Сколько мы можем привлечь грузов с дорог? Сколько мы сможем сэкономить? Это все это правильно, это все это наконец-то вбито в голову чиновникам, только они сейчас вот перекручивают и пытаются что сделать? Открыть внутренние воды для всех, кому не лень. То есть, грубо говоря, знаете, вот очень интересно, я даже готов вот прочесть после того, как этот рабочий день закончился, глава транспортного комитета Ярослав Дубневич вот интересную вещь написал. Вот я даже считаю, что это нужно вот прочесть. Протягом останніх 5 років из Державного судового реєстру України виключено 37 морських суден, більшість з яких зараз зареєстровані під прапором Молдови, але фактично належать та експлуатуються українськими компаніями. То есть вдумайтесь, мы сейчас вот как раз хотим поддержать тех компаний, которые 5 лет назад вывели флот украинский под прапор Молдавы, то есть, ну, Молдова, да, то есть Одесса, Молдавия, то есть, ну, совсем рядом, да, они продолжают работать. Это вообще вопрос к налоговой полиции, к налоговой службе, почему так произошло. Да? Держава України наразі не отримує жодних доходів від експлуатації цих суден. Погоджуюсь. Українські моряки, які працюють на борту таких суден, значно втрачають у рівні захисту своїх трудових та соціальних прав. Погоджуюсь. З їх зарплати також не отримуються відповідні податки до державного бюджету України. Морякам не нараховується страховий стаж в Україні. Все правильно. Технічний стан цих суден також, як правило, незадовільний. То есть, опять-таки, мы говорим о том, что это старые корабли, которые, ну, просто там 200% уже износились, вот мы их сейчас хотим завести. Так, згаданий прапор Молдови взагалі перебуває у чорному списку Паризького меморандуму. Тобто, вообще, такой чорний офшор, который его никто не воспринимает, а мы хотим сделать вот условия, которые лучше, чем под тем прапором. Це створює значні ризики життю та здоров'ю моряків, громадян України. Прийнятий законопроект вносить зміни до Кодексу торгівельного мореплавства України, які дозволяють усунути одну із перешкод для стимулювання судновласників реєструвати суда під державним прапором України. Понимаете, то есть цинизм, он все прекрасно понимает, да, что делается. То есть некоторые компании вывели эти корабли под прапор, который никто вообще ну, не воспринимает. Это черный офшор. Не платят ну, никаких налогов в Украине. Мы хотим создать такие условия, чтобы вот эти вот старые корабли офшорные зашли в Украину. Чем это чревато? Во-первых, мы, ну, я не буду говорить о политических таких вот вещах, о моральных, там, как мы ставим флаг, да, и для кого мы это делаем. Для тех людей, которые вывели в офшоры, это те патриоты, по большому счету, которые разворвали украинский флот и которые просто не платят никаких налогов в Украине, а тем не менее зарабатывают на этом. И мы хотим сделать такие условия, чтобы они, в принципе, работали. То есть мы узаканиваем эти офшоры. Почему это проблема для нас, николаевцев? Да потому что у нас три завода судостроительных, крупных, которые сегодня простаивают. Это что, державная политика такая, чтобы запустить тот старый флот в Украину? Понимаете, вы не найдете ни одной другой страны в мире, которая это бы сделала. То есть мы говорим, вот внутреннее пространство, пожалуйста, заходите, работайте и не платите никаких налогов. Вот это вот реформа глазами министров, которые говорят, ну да, мы понимаем там ваши там опасения, мы вносим альтернативный законопроект, но мы сделаем такое вот окно на 5 лет. За 5 лет, я думаю, что здесь ничего не останется на наших судостроительных заводах. Мы предлагаем только в этом направлении сделать следующее. Есть государственный завод, 61-й,
то разместите простые заказы, те же там баржи. Это достаточно простое производство, это не высокотехнологическое производство, но тем не менее сможет обеспечить работу тем людям, которые давно уже эту работу не видели. Это государственное предприятие. Защитите государственное предприятие, дайте работу. Не нужно заводить этот старый флот, который в Украине. Не нужно поощрять тех людей, там пару, наверное, компаний, которые будут всего-навсего заинтересованы в этом. И мы тем временем хороним просто целую отрасль судостроения. Мы ее реально добиваем. Следующий законопроект, который, в принципе, был отложен на новую сессию, я думаю, что они будут пытаться пробивать, это узаконить обелечивание. То есть говорят, денег-то нету, хотя, с другой стороны, колоссальные сотни миллионов гривен просто проедаются в том же ведомстве. Возьмите, направьте часть денег, которые получают при заходе в порт, вместо того, чтобы их проедать, там... часть доллар отдать, например, городу Николаеву, потому что мы, в принципе, видим, что грузовики проезжают. А вы тоже сторонник этой идеи? Конечно. Я тут на этом акцентирую внимание, потому что городской голова Николаева, он достаточно активно бьется над этой темой. Но такие щелчки просто получает от чиновников. Правильно. Вы смотрите, на самом деле нужно, чтобы человек понимал, любая деятельность человека приносит ущерб окружающей среде. Вопрос в правильной компенсации этой деятельности. Поэтому я считаю, что как город, так и область должна быть заинтересована финансово в том, что работает порт. Нужно оставить деньги, которые будут получать морпорт Николаев в Николаевской области. Для этого мы зарегистрировали еще законопроект там полтора года назад, который будет разделять эти потоки. Мы не говорим, что пусть у нас останется на какое-то время дорогие порты, но мы эти деньги сможем частично направить на город, на инфраструктурные проекты и на область. И вот тут мы гораздо больше сможем получить денег и эффекта, и увидеть, чем от проекта, который таможенного эксперимента, который у нас ниже. Потому что, это уже не совсем эксперимент у нас выходит, здесь реальные деньги. Смотрите, на самом деле у нас 25 миллионов тонн грузов проходит через порт Николаев. Если мы оставляем даже доллар на городу и доллар для области, 25 миллионов долларов. За 25 миллионов долларов... У вас уже прозвучало, что такого рода законопроект зарегистрирован. Да. Как оцениваете его возможности? Не дает. На самом деле... Почему еще? Потому что, например, благодаря средствам массовой информации мы видим, что городской голова ставит этот вопрос, ставит достаточно активно. И в ответ получает ответ, например, вице-премьера Зубко, который как издевательство это звучит. Он говорит, так постройте свой коммунальный порт. Вот как к этому относиться? Строительство коммунального порта. Смотрите, эта идея не нова, и очень многие успешные порты в Европе как раз работают, являются коммунальными, как раз. Мы про наши украинские, конкретно Николаевские реалии. Смотрите, тут и придумывать ничего не нужно. Мы просто взяли опыт и попытались воплотить в законодательной деятельности. Он не проходит. Почему? Потому что есть очень много противников, которые действительно хотят сидеть на консолидированных движениях. Они собираются со всех портов, но тратят в Южном, тратят в Одессе, тратят в Ильичевске, Николаев остается. Нам нужно преодолеть лобби. Поэтому я уже разговаривал с нашим главой администрации Алексеем Юрьевичем Савченко. Он поддерживает эту идею. Херсонский глава также поддерживает. Поэтому нам надо собраться на разных уровнях и попробовать преодолеть это одесское лобби, которое по большому счету контролирует это движение, контролирует и Министерство инфраструктуры. Эта идея нормальная, и как раз николаевцы смогут получить уже эффект первый же год.
Это колоссальные деньги. 25 миллионов долларов в год. Это хорошо. Сразу возвращаясь к битве за реку. Какая перспектива теперь прорисовывается? Вот наша задача как раз вот сейчас консолидировать работу и предложить совершенно новую структуру. У нас разработана концепция, которая позволяет, в принципе, сделать речку привлекательной. За счет того, что морпорт, будут уменьшены сборы. Часть сборов пойдет на город, часть пойдет на область и часть пойдет на речку. Там не нужны никакие дополнительные сборы. Нам нужно сделать привлекательные, и сами бизнес должен разместить заказы, потому что это будет привлекательно, на судостроительных заводах. Хотят строить, пожалуйста, пусть строят. С другой стороны, мы попробуем сделать законопроект, который позволит завозить оборудование, которое не производится в Украине, с определенными льготами, для того, чтобы помочь судостроителям, да, восстановить этот украинский флот. И тогда вот судостроительные заводы будут работать, а одно место на судостроительном заводе обеспечивает еще 5 дополнительных в других отраслях. То есть он может быть движителем. Вы постоянно говорите «мы». Есть команда единомышленников, есть команда, в Верховной которая, Раде. В принципе, поддержала этот законопроект, можно и к саму концепцию. Вот, а можно как раз вот посмотреть, вот, кто не голосовал, кто поддержал эту концепцию, кто просто утримался. Да? И я-то после этого общался, мы готовы вот объединиться с народными депутатами, которые находятся или избранные от городов, где есть судостроительные заводы, раз, а второй, которые находятся вдоль Днепра, которые заинтересованы в развитии инфраструктуры. Ведь посмотрите, вот та концепция, которая предлагается, это централизация, это не децентрализация. То есть забирается власть с Черкас, забирается власть с Днепропетровска, создается структура, которая будет потом принимать решения. Деньги вместо того, чтобы они шли в бюджет, они будут идти якобы на развитие Днепра, но то же самое мы будем видеть, как вот происходит в морехозяйственном комплексе. Вот это вот основная задача. Вот для чего борются и определенные люди, которые вот являются авторами этих законопроектов. Хорошо. Из того, что мы видели в средствах массовой информации, 3 николаевских нардепа проголосовали за законопроекты, которые вы критикуете. Но николаевцев больше в парламенте. Остальные как? Нейтральные, безразличные, поддерживают то, о чем Ну, получается так. То есть это, в принципе, как раз, я думаю, избиратели и николаевцы должны посмотреть и дать оценку, что на самом деле, вот, ну, как голосуется, поддерживает, не поддерживает. Если они понимают, о чем вот я говорю, если они поддерживают саму идею, то они должны давать оценку как раз тем нардепам, которые проголосовали против или которые не понимают, о чем они голосуют, да, либо просто, поддерживает просто эти схемы, которые действительно добивают... Хорошо. Вы настаиваете на чем? Что не должно быть администрации речных портов? Конечно. Я правильно понимаю? Да. Что оперировать во внутренних водоемах украинских должны суда, судокомпании под украинским флагом? И украинские компании, да, украинские вот так. Компании. Если, да. Если концентрировано... С другой стороны, нужно освободить от сборов, сделать это привлекательно, которое... позволит вкладывать деньги, бизнесу вкладывать деньги. Смотрите, сегодня Европейский банк развития и реконструкции готов вкладывать, ну, уже на протяжении там 3-4 лет, которые мы с ними встречаемся, до 1 миллиард евро. Только вдоль Днепра. На строительство элеваторов, на строительство портов, на строительство разных перерабатывающих предприятий. Понимаете, это такая возможность. И мы снимем... А с вашей точки зрения, прошу прощения, почему эта возможность не реализовывается? А потому что мы же постоянно слышим о том, привлекательности что... нету. У нас, смотрите, у нас нет, самые извините, дорогие если вы говорите, порты что Европейский банк готов дать миллиард... Да, потребителей... Его не готовы взять? Да, не готовы взять, потому что неинтересно, потому что не созданы условия. А с другой стороны, вот авторы этой реформы говорят, да, много сборов, мы хотим их отменить, хорошо, но мы хотим ввести другой сбор, который будет меньше. На самом деле они лукавят, потому что просто хотят получить контроль, все равно будут сборы, все равно будут увеличивать. Они не сделают реку привлекательной. То есть они у нас принципиально расхождение по концепции, по философии. Мы говорим, сделайте дешевле, сделайте стимул. Люди сами пойдут, вот они говорят, вот у нас есть элеватор, мы вывести не можем. Так, пожалуйста, купите старую баржу, если хотите, завезите в Украину. Не нравится идея? Пожалуйста, постройте баржу эту на судостроительном заводе. У нас 9 судостроительных заводов в Украине. Выбирайте любой.
Давайте мы будем создавать условия как для судостроителей, так и для этих компаний, чтобы они создавали рабочие места и вкладывали деньги в Украину, а не создавать офшоры. Понимаете? Вот концепция. И как только мы сделаем привлекательные, как вот мы говорим, мы хотим привлечь инвесторов, да, вот очень многие чиновники борются, там форумы делают. Да как можно затянуть инвесторы и сказать, инвестируй здесь? Да, ну, это глупо, да, это просто на пиар рассчитано. На самом деле инвестора уговаривать не нужно. Ему нужно показать просто, он сам посчитает, что да, вот здесь есть возможность, и он будет вкладывать деньги в инфраструктуру Украины. Он сам будет бегать, мы создадим очереди. Почему в Румынии судостроительные заводы загружены? Почему у нас не загружены? Вот беда. Что, неинтересно в мире? Да это ерунда, все строят, все работают. И во многих заводах все нормально, это у нас проблема. Так давайте создавать. Я прошу прощения, весь прошлый год мы слышали, что Румыния стала своеобразным европейским флагманом борьбы с коррупцией. Может, в этом ответ? Коррупция у нас колоссальная. И просто я вот смотрю, на самом деле, вот ничего не поменялось. Вот давайте вот даже простой момент, вот дороги, да, это та же тема, только то же министерство, те же кадровые назначения, которые вот позорище было, да, на протяжении прошлого года. Знаете, просто если бы не эти скандалы, то никто бы не узнал бы о проблемах. Очень много тихо происходит, договоренности, все нормально, все устраивает. У нас получилось так, что мы начали раскручивать эту тему, мы начали контролировать и СМИ, а журналистам спасибо за то, что они не забывают эти вещи и напоминают и министру, что он обещал, там, о какой ответственности он не несет. Вы знаете, даже вот потрясающий факт, который, ну, ставит крест даже на надежде, что у нас что-то будет меняться. Вот те люди, которые занимались кадровыми назначениями, которые реально привели к убыткам, которые есть доказательства простые, которым занимается и полиция, которым занимается НАБУ, которых увольняют в одном министерстве, это я говорю об Евгении Барахе, его назначают в Министерство экономики замом, который будет заниматься ресурсами. Понимаете, то есть там еще больше перспективы. То есть я даже расцениваю, что это идет повышение. Понимаете, у нас большая беда, это то, что у нас не покарани люди. У нас, знаете, за преступление у нас не наказывают. Вот я считаю, что, и я, кстати, писал письма и главе администрации, я писал письма и начальнику полиции. Вот есть факты, нам нужно сделать все, чтобы наказать преступников. Понимаете, у нас заканчивается, к сожалению, тем, что возбуждается уголовное дело, открывается криминальная справа. Но это не есть то, что нужно обществу. Это не есть наказание. Понимаете, у нас мир, к сожалению, создан так, что нужно обязательно наказывать за преступление. Понимаете, вот, ну, как христианство, есть рай, да, ведешь себя хорошо, ты должен попасть в рай. Если плохо ведешь, то в ад. Вот мы вот этим покрывательством мы убираем наказание. То есть делай все, что хочешь, ничего не будет. У нас должно быть банкротство обязательно. Проиграл, неправильно выбрал стратегию, неэффективный менеджер должен быть банкротом. Тогда люди будут думать, тогда люди будут переживать, и тогда и органы должны вот быть, знаете, у государства должна быть монополия на наказание. А вот этого у нас нет. Хорошо, возвращаясь к тому, что есть. Собственно, весь прошлый год мы наблюдали такую достаточно драматичную тут борьбу вокруг строительства и ремонта дорог на территории Николаевской области, особенно в том кусте, где вы являетесь, где, собственно, ваш округ. Да. И там такие колоссальные деньги, и, как казалось, колоссальные возможности. Ну, было задекларировано, что Николаевщина получит. Ну, в итоге на выходе оказался пшик. Ничего мы освоить не смогли. 12 января в Николаеве был президент, и он заявил, что еще больше Николаевщина в 2017 году получит денег на дороги. Как оцениваете перспективу, что вот, собственно, это сработает, не сработает, или мы опять здесь получим? Здесь несколько вещей. Первое, у нас поменялся руководитель службы автомобильных дорог, ну, очередной ВО, да. Хотя, честно говоря, мне вообще этот подход не очень нравится. С одной стороны, министр, который не был назначен благодаря конкурсам,
руководитель службы автомобильных дорог Украины, Укравтодор, не назначен на конкурсе. А здесь мы, видите ли, вот предлагаем через конкурсы, тем самым уходя от ответственности, брать людей, которые будут этим заниматься. А поэтому в конце прошлого года назначен новый ВО, который, я считаю, первая задача, он должен сделать инвентаризацию и дать оценку тому, что вот было сделано за прошлый год. Если он этого не сделает, то у нас даже шансов на надежды не будет, да, что у нас что-то изменится. Значит, у нас будет все тихо, спокойно, вот, не будет скандалов, да, не будет проблем, но и не будет и дорог. Да, или же там будет просто тех же там 40-50% воровать, вот, как и воровали. Но это будет минус прежде всего голове нашей администрации, да, потому что в итоге он должен отвечать за вот такие вот кадровые назначения, за состояние дорог, поэтому я надеюсь все-таки, что будет дана оценка и доведены до конца криминальные дела по предыдущей банде. Если этому не будет дана оценка, то, ну, вы знаете, что там очень много людей ушло, которые сказали, нет, мы не будем участвовать в коррупционных схемах. То есть мы таким образом мы легализуем криминальные схемы. Поэтому, смотрите, здесь одно кадровое назначение, которое мы вот будем следить и будем смотреть и дадим оценку. С другой стороны, вот очень интересное заявление, ну, это мы говорим о том, что там может 10-20% денег всего освоено из тех, которые у нас выделены. И президент, ну, должен владеть информацией и понимать, что проблема в Николаевской области не была связана с недостатком денег. Он просто несколько раз подряд выступал, и, может быть, он по инерции считает, что проблема заключается в том, что не хватает денег, и вот мы здесь вот решаем вопрос с деньгами. С другой стороны, я тоже понимаю роль президента в этом случае. Вот знаете, когда я зарегистрировал петицию, вот ровно год назад, там чуть больше года назад, которая собрала 26 тысяч поддержку, то мы получили ответ администрации президента, как раз то, что администрация президента не влияет на эти процессы, а есть кабинет министров Украины, который должен за это отвечать вместе с губернатором. То есть единственное, ну, достоинство этого ответа, мы четко понимаем, кто за эти вещи отвечает. Это министр инфраструктуры вместе с руководителем области. Вот эти два человека, которые отвечают за дороги, по большому счету, да, вот, поэтому, с одной стороны, это не вопрос денег, то, что у нас есть перспективы там до миллиарда гривен, хорошо, теперь нам нужно просто вот посмотреть, как будет сделана оценка, вот, какие будут выводы сделаны, ведь там же команда страшная, которая сейчас вот есть, это те деребанщики, которые будут деребанить, они дороги строить не будут, поэтому вот я думаю месяц, два, три, мы увидим планы, которые должны быть защищены в Укравтодоре, да, по Николаевской области, мы уже увидим через месяц, провальный ли год будет 2017 по дорогам, либо нет. Может быть, немножко в качестве штриха история с таможенным экспериментом, к которому мы даже не знаем, как к этому относиться. Проходило здесь у нас выездное заседание, значит, профильного комитета Верховной Рады Украины. Говорили, что вот надо побороться, пролоббировать, добиться, чтобы Николаевщина присоединилась. А потом в результате голосования за государственный бюджет выяснилось, что, собственно, присоединилась к так называемому таможенному эксперименту вся страна. Вся страна присоединилась. И вот, ну, я не знаю, я думаю, что у некоторых николаевцев сложилось такое впечатление, что с нами так играли, или вот как к этому относиться вообще? Вы же тоже николаевцы. Смотрите, на самом деле, я думаю, что здесь стечение обстоятельств. Я неоднократно говорил, что я один из первых зарегистрировал этот законопроект, который бы присоединил бы Николаев к эксперименту, в котором входят там 4 области. Я понимаю, 4-5 областей, это можно назвать экспериментом. Но экспериментом по всей стране, это уже не эксперимент. Это раз. Во-вторых, я этот законопроект зарегистрировал еще в декабре месяце. Потом у нас прошла сессия, на которой было принято решение присоединить область к этому эксперименту. Вот. На этом пропиарились некоторые нардепы. Они в обход закона, да,
им удалось сделать еще один этот законопроект, который нельзя дублировать, да? То есть там нарушение регламентного там, комитета это было сделано. Вот. Поэтому очень много людей, которые пиарятся, да, которые просто где-то понимают эту информацию, и потом это преподносят как свое достижение, вот, и при этом ничего для этого не делают. Вот это, ну, скажем, я думаю, избиратели тоже должны дать оценку. Поэтому, почему это не проходило? Да потому что на самом деле весь бюджетный комитет еще в марте месяца прошлого года зарегистрировал законопроект по объединению всех областей. Да, это, за это говорил еще и Гройсман, когда он был главой Верховной Рады. То есть это решение уже давно было принято, оно в принципе было просто материализовано под час бюджета, да, то есть, ну, есть там определенные механизмы, вот, поэтому это, в принципе, это череда событий, те, которые понимают, те, которые ходили на эти комитеты, которые общаются, они знают, вот, просто, ну, некрасиво пользуются, это другие депутаты, которые хотят вот дешевые дивиденды там получить и долучиться до перемоги, да, вот, и показать там свою значимость, нужно просто заниматься им и больше будут понимать, не будут делать таких вот глупых заявлений. Рассчитанные на тех людей, которые, ну, не сильно понимают и разбираются в этом. Ну, еще одна тема может быть. Поэтому, извините, но вот смотрите, вот еще раз. Я не верю в этот эксперимент. Почему? Потому что на самом деле это манипуляция. Вот скажите, пожалуйста, какой будет план? И теперь надо будет подумать. Совершенно верно. Назовите план, и тогда мы, да, и тогда мы будет понятно, видеть. И тогда будет понятно, будет ли сверхплановое поступление, соответственно, будут ли деньги на дорогу. С одной стороны, мы требуем от мытницы увеличения планов, потому что мы видим, что идет занижение, что там коррупционные схемы, что не платятся налоги, поэтому планы должны расти. А с другой стороны, мы хотим перевыполнять и эти деньги, часть, направлять по дорогам. Поэтому я согласен, нужно хвататься за все соломинки, да, но я, честно говоря, не верю, что будет вот какой-то результат. И вообще это не проводится как эксперимент, это должно легализироваться как закон. Закон, но это немножко глуповато будет выглядеть в виде эксперимента, поэтому это такой вот, скажем, промежуточный какой-то шаг, рассчитанный там, ну, может быть, на пиар-компанию там до полугода, потом об этом все забудут. На самом деле, вот нам, николаевцам, и другим областям, которые в похожей ситуации, вот нужно изменить действительно саму структуру, и чтобы область и город были вовлечены в эти потоки, да, которые, чтобы они участвовали в этом, чтобы они зависели от деятельности порта. И это принесет гораздо больше результата и эффекта, чем вот такие вот сомнительные эксперименты. Ну и последняя, может быть, тема. Собственно, 2016 год, можно точно говорить, стал таким очень непростым. Ну, для Украины вообще, для Николаева, Николаевской области в частности, на уровне областной власти мы получили там массу скандалов, коррупционных скандалов. Там у нас ушел губернатор, понес, как говорят, нам политическую ответственность, арестован его первый заместитель Николай Павлович Романчук. Скандалы происходили на сессиях областного совета. В конце концов поменялся губернатор, пришел другой человек. Вот в ходе всего этого вы выступали достаточно активно за то, чтобы произошла некая перезагрузка в областном совете, да. Сменилось как минимум руководство. Но в результате всех перипетий руководитель остался. С вашей точки зрения, коль вы так активно участвовали в этой всей дискуссии, есть ли сегодня возможность для продуктивной работы в областном совете? Ну, это такой хороший вопрос. На самом деле, есть возможность, просто нужно, я как считал, так и считаю, что нужно перезагрузить руководство, потому что это нужно дать новый импульс. Я объяснял эту причину, потому что когда был у нас момент, не было губернатора, то не было облсовета, и нужно было как раз и проявить. Очень много вопросов, которые не были решены. Вместо того, чтобы собираться и решать эти вопросы, ну, как минимум раз в месяц, но просто было замалчивание. А были проблемы, которые попали в СМИ, это решение там каких-то частных вопросов. Вот. На самом деле ничего такого не было сделано для того, чтобы был поднят статус
депутата областного совета, не было сделано ничего для того, чтобы что-то, ну, для Николаевской области. Поэтому я как считал, так и считаю, что должна быть перезагрузка. Но опять-таки, я считаю, что это дело самого облсовета. Понимаете, и это как раз вот сможет ли быть создана критическая масса, которая решит этот вопрос самостоятельно, либо нет. Потому что на самом деле я здесь на 100% поддерживаю позицию губернатора, который не должен заниматься облсоветом, не должен поставить своего человека, да, который будет воплощать идеи администрации. У нас должно быть наоборот, у нас должно быть сильный костяк, эффективный облсовет, чтобы контролировать исполнительную власть на местах. Вот как, в принципе, это задумалось. То есть облсовет должен вызывать губернатора, должен требовать отчетность, что сделано по нашей программе, которую мы выбрали. Мы выделили деньги, пожалуйста, покажите, насколько вы эффективный менеджер. Вот это то, что должны сделать. Но, к сожалению, у нас не хватает вот тех лидеров, честных лидеров в облсовете, которые смогли бы объединить работу облсовета, объединить депутатов и действительно смогли контролировать исполнительную власть. Я думаю, что если в течение там, какого-то короткого времени не будет создана, там, без разницы, как группу это назвать, межфракционное объединение, потому что я в политику, в политические силы на таком уровне я не верю. Здесь должны люди отойти от таких партийных знамен и выбрать действительно людей, которые будут работать на хотя бы год, два, три для Николаевской области, тогда мы увидим сразу же результаты. Поэтому будет такая возможность, потребность есть, но смогут ли депутаты объединиться, встать и сделать такую замену? Ну, тогда это будет плюсом для тех депутатов. Нет, ну, скажем, и так вот как-то шкутельгают, там что-то там доделают, будет таким вот придатком разных политических сил, разных политических, там, бизнес-интересов, там вот будет, там, то там дырку закрыли, то там кому-то карьера дали, то там какой-то вопрос решили, и с ними же считаться не будет. А вот я прошу прощения, тут вот про дошку тельгаить. Собственно, когда избирались вот и этот областной совет, и действующий ныне городской совет, тогда ведь говорилось про то, что, ну, эти люди так избираются, там, года на два, может быть, потом ведь там будут происходить конституционные изменения, и там нас ожидают внеочередные выборы, да, в местные органы представительской власти. Эта тема сегодня актуальна, вот, да, на данный, конечно, момент? Да, то есть, да, то есть, есть, мы, есть это, такая воля в парламенте, во власти, чтобы... Местные советы, да, конечно, должны быть после объединения, после того, как меняются территории, должны быть проведены выборы. Но это может быть 17-й год или 18-й? Ну, я думаю, что это ближе, наверное, к 18-му году. Да, 17-й год, так как я вижу, как происходят эти реформы, то просто нереально. У нас сегодня еще не пообъединялись эти громады. Поэтому, на самом деле, это не столь важно, как для города, сколько для области. Да, когда идет объединение там, центров, районов, то есть как раз вот эта вот реформа, объединение, они получают больше денег. Вот у нас, по-моему, если не ошибаюсь, у нас две громады, вот сейчас вот прошли выборы, 2-3 громады, да, вот, это должна пройти, ну, полностью такие же выборы по всей Николаевской области, и тогда уже нужно будет перезапускать и облсовет. Андрій Вагатурський, народний депутат України, представник фракції «Блок Петра Порошенка», був сьогоднішнім гостем та відповідав на наші питання. Дякую, все найкраще, успіхів. Дякую за запрошення. Дякую.